Продолжается сбор идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Заявки принимаются на краудплатформе до 22 апреля. Всего несколько тематических направлений. Желающие могут направить свои идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг, по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки. Будут рассмотрены предложения по повышению инвестиционной активности в регионах и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых. Принимаются также технологические и кадровые инициативы.